отчаянная книга. А когда мы ее прочитаем, ура! С Новым годом! Юпи! Здорово, здорово! Кстати, да, подпишитесь еще, пожалуйста, и поставьте колокольчик. И тогда вы будете все время с нами, а мы с вами. Кстати, потом будет конкурс, и мы вас попросим кое-что назвать. Кто это сделает, тому и получим подарок. Сегодня у нас книжка не случайная. Знаменитый итальянский сказочник Джанни Родари. С таким толстенным собранием сочинений. Прочитаем только одну сказку из этого сборника. Рассеянный мальчик. Мама, я пойду гулять. Иди, Джованни, только смотри, не зевай по сторонам, когда будешь переходить через улицу. Ладно, мама. Пока, мама. Ты всегда такой рассеянный. Да, мама. Пока, мама. Джованни весело выбегает из дому и, пока проходит первый квартал, старается быть очень внимательным. Он то и дело останавливается и ощупывает себя. Все на месте, все. От радости, что он такой внимательный, мальчик принимается прыгать, как воробей, и скоро забывает обо всем на свете, заглядевшись на витрины, на машины, на облака. Вот тут-то и начинаются несчастья. Какой-то сеньор очень мягко упрекает его. Ну разве можно быть таким рассеянным? Видишь, ты где-то порастерял все пальцы. Ой, и правда, какой же я рассеянный. Он принимается искать свои пальцы, но вместо них находит пустую банку. Неужели она и в самом деле пустая? А ну-ка посмотрим. Интересно, что в ней было прежде, чем она стала пустой? Ведь не была же она всегда такая пустая. Джованни забывает, что ему надо искать свои пальцы. Потом забывает о банке, потому что на его глаза попадает хромая собака. Ясное дело, мальчик пускается за ней вдогонку и не успевает добежать до угла, как теряет руку всю, целиком. И думаете, он замечает, что остался без руки? Хм, ничего подобного. Бежит себе, как ни в чем не бывало. Джованни! Окликает его какая-то добрая женщина. «Джованни, ты руку потерял!» «Куда там?» Он даже не слышит. «Ну ничего, — говорит добрая женщина, — отнесу руку его маме!» И она идет к маме Джованни. «Сеньора, вот тут у меня рука вашего сына!» «Ох, батюшки, вот растеряха! Ну такой он у меня рассеянный, что просто не знаю, что делать, как быть!» «А-а-а, все дети такие!» Потом приходит другая хорошая женщина. «Сеньора, а вот я ногу нашла. Взгляните, не от вашего ли Джованни?» «Ну, конечно, его. Я ее где угодно узнаю. Вот по этому дырявому башмаку. Уж такой он у меня рассеянный родился. Такой рассеянный, что просто не знаю, что делать, как быть. А-а-а. Все дети такие». Немного погодя, приходит старушка. Потом рассыльный булочника, потом вагоновожатый и, под конец, старая учительница-пенсионерка. И каждый приносит какой-нибудь кусочек Джованни. Кто ногу, кто ухо, кто нос. Ну разве сыщешь на свете мальчишку рассеяние моего сына? Восклицает мама. А, все дети такие. Наконец прибывает сам Джованни, прыгая на одной единственной ноге, без ушей, без руки, но по-прежнему веселый, как воробушек. Мама качает головой и начинает приводить его в порядок, приделывает руку, потом ногу, потом пальцы. Все на месте, мама? Мама, а правда я был молодец? Да, Джованни, ты был такой молодец. Ну что, а теперь конкурс? Алта Мирынур исполнит вам песню и просит у вас ответа. Про что песня эта? Тини-тини-тифа, тини-тини-рифа, тини-тини-тифа, тини-тини-рифа. Из какой страны это? Подписывайтесь и ставьте колокольчик.
Давайте. А еще напишите, пожалуйста, какие другие сказки Джанни Родари вам известны. Может быть, мы найдем их здесь, в этом толстом-толстом издании с великолепными картинками. Пока, друзья! До следующих встреч!